Всем привет, бонжур, хеллоу! Вы смотрите единственные русскоязычные новости по Монреалю. И вам повезло, что не скучные. Поздравляем, братцы-канадцы, перезимовали! Я иду по улице, словно чумачечи. От весны, от любви я потерял до речи. Ведь сегодня ночью не вернемся мы домой. Как же замечательно, что снова к нам с тобой. Пришла и оторвала голову нам чумачечья весна. И нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Чумачечья весна. Чумачечья, чумачечья весна пришла. И крышу нам с тобой снесла. Чумачечья весна пришла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, это у нас ла-ла-ла-ла-ла. Все-таки мы не в Ньюфаундленде, к которому причалил нежданный фестиваль айсбергов. Хоть раз не к нашему шалашу. Секундочку, восхищение с сочувствием. Продолжаем разговор. Сейчас цифра недели, после которой каждый монреальский водитель почувствует себя отмщенным. Официально признали, что канадские дороги далеки от идеала. 5,9 баллов из 7 возможных, а наши монреальские и того хуже, на троечку. Такими же дорогами, как монреальские, могут гордиться только в Аргентине и Македонии, ну и в Молдове. Ты дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Ну и еще одна короткая новостишка. Кто прославил Канаду во всемирной сети? Это кошка, которая ненавидит почтальонов и объявила им войну. Звезда Ютуба под 1 000 000 просмотров. Саша! Торопимся вам рассказать, что ожидает нас совсем скоро. Сегодняшние новости запомните, потом детям расскажете, потом дети внукам и так дальше. Очень славный и значимый момент приближается – День Победы. Итак, наше расписание на начало мая. Запишите, но вначале реклама. Спонсор показа – магазин Daily Queen на Сноудене. Душевные продукты из детства, колбасы и селедочка из юности, зрелая выпечка и настоящие борщи. А конфетки-бараночки, пирожки и вкусный чай. Экономим на Греции. Тут все есть. Мая 2017 года в Монреале пройдет автопробег, посвященный Дню Победы. Так что, если возможности и желания совпадают с календарем, то берем семью, детей, флаги и мчимся на Кавендиш к 10 утра. А дальше организаторы подскажут. Мне бы хотелось, чтобы на автопробег пришли люди не только с России. Хотелось бы, чтобы были люди с бывшего Советского Союза. Все 15 республик, которые могут принять участие, пожалуйста, всегда рады всех. Очень важный еще момент, что на этих мероприятиях присутствуют ветераны, пенсионеры, дети, сближение поколений происходит обмен мнениями, люди говорят об истории своей страны. И еще хочу сказать, что если есть возможность, у кого желание присоединиться к нашей организации, мы всегда открыты и всегда хотим сотрудничать со всеми. А 9 мая собирается бессмертный полк. В этом году один автопробег и один бессмертный полк. Мы организуем бессмертный полк, группа «Русский мир Монреаля», как и в прошлом году, в центре города. Просто в этом году мы решили сделать шествие подлиннее. В прошлом году он начинал с улицы Ги до могилы. В этом году мы решили сделать побольше, подлиннее. Здесь и начнется. Это в сквере Кабот на Атвотере и Сан-Катрин. И, значит, в мэрии нам сказали, что в Виллип-сквер будут работы. Поэтому концерт мы перенесли на начало шествия. Сначала будет концертик небольшой. Ровно в 6 п.м. 9 мая весь русскоговорящий люд собирается в сквере Кабот на углу улиц Атвотер и Сан-Катрин в поход бессмертного полка. Самолет заказали, будет летать самолет с георгиевской лентой уже третий год в этом году. Привезут нам два Урала с Юлькой. Они купили, заказали, да.
Они купили, заказали, в общем, с России. У них там два Урала с люльками. Для водителя будет военная форма, мы нацепим флаги, посадим туда по ветерану в форме тоже. Вот они начнут эту колонну, за ней будут кабриолеты, и там уже пойдут, так сказать, пехота наша. Сообщаем вам об интересном событии на Сноудоне. Прям из печки аппетитный и румяный вышел свет юбилейный 1200-й пирожок в магазине «Дели Куин». День рождения 1200-го пирожка в русском магазине на Сноудоне встретили на боевом посту. Ни тебе труп с оркестром, ни ленточек с ножницами. Все в работе, покупателях, поставках, а тот самый юбилейный 100-тысячный именинный пирожок призывно подмигивал и вдохновлял на романс. Ем пирожки, они еще, быть может, в кастрюле той остыли не совсем. Но пусть вас это больше не тревожит, я и без вас их с аппетитом съем. Ем пироги так искренно, так нежно. Я был так долго голодом томим. Я съем их все безмолвно, безнадежно. Пусть подавлюсь, но не отдам другим. Пирожки у нас очень популярные, у нас есть повар хороший, зовут ее Ина. Пирожки она делает обалденные, картошка, капуста, сладкие, выпечка вообще обалденная. Люди приходят, берут на субботу, на воскресенье, на начало недели, на работу, на обед, детям берут. Иностранцы, в общем-то, любят мясное больше, потому что для них это в диковинку. Очень много приходит людей во время обеда, и да, беляши пользуются большим спросом у местных, у иностранцев, местные. Иностранцы – это мы, да? А наши монреальцы вообще большие ценители вкусненького, остренького, сладенького и всего родного. Дальше по списку. Колбасы со вкусом родины, икра и рыбка, нежные сыры, пельмени-варенички, элитный чай, торты – всего не перечислишь. Ассортимент – ого-го-го-го! Практически стараемся для каждого покупателя, все, чтобы он пришел, было все для него. Все свежее, все как надо. Как в Греции все есть. Для очень занятых и тех, кто не боится телефона, есть замечательная опция заказать продукты на дом. А теперь об одном замечательном спектакле и его больших артистах. Приглашаем вас в уникальный детский сад, где уютно, тепло, вкусно и весело. Предупреждаем, будет немножко на французском, но сюжет знакомый. Les enfants avec qui je travaille, ils sont très robustes parce qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Ils portent le cœur très ouvert pour tout le monde. У этих лапочек, цветочков и зайчиков в детском саду очередная серьезная постановка. Красная шапочка и серый волк. И успех гарантирован. А артисты и не волновались, ведь они в своем детском саду как дома. Только еще интересней. А родительский зал, конечно, счастлив. Скажем честно, совсем не ожидали, что это будет настолько восхитительный детский сад. Очарование накрыло. Представьте, все детские костюмы и декорации шьет и делает сама Валентина, директор. Театром и танцем занимаются артисты цирка «Дю Солей» и Монреальского театра. Младшие группы говорят на русском, а в старших добавляют французский, готовят в школе. А счастливые родители буквально атаковали на всех могучих языках. I've got both my girls here, so I clearly love this daycare. It's 3 blocks from our house, so it's really convenient. But the big thing about the daycare is that when I leave my kids here, I don't worry. For the rest of the day, I am not worried because I know that they're going to be well taken care of. They're going to be fed amazing food because everything's homemade. And they're going to have great activities, yoga, creative things, going to the library, preparing shows, all sorts of lovely things. Для садика это немаловажно для маленьких детей, что домашнее питание, которое где-то не покупное, они не заказывают, они готовят сами из продуктов.
Это действительно питание, а не какие-то бутерброды, фаст. Валентина, она мастер своего дела, она любит свое дело, она любит детей, она любит все, что она делает. Воспитатели шикарные. На сегодня это все. С вами была программа «Привет, бонжур, хеллоу». Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш YouTube. Чем вас больше, тем нам интереснее работать. А с нами не заскучаешь. Всего доброго. Обнимаю каждого.